Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную закуску. Это яичный салат «Намаска». Готовится он из простых продуктов и получается вкуснейшим. Прежде всего, нам нужно сварить 5 яиц вкрутую. Пока яйца варятся, нам нужно 2 небольшие луковицы нарезать как можно мельче. На сковородке разогреваем 2 столовые ложки растительного масла и на огне выше среднего, все время помешивая, обжариваем лук вот до такого карамельного цвета. Убираем жареный лук в отдельную мисочку, пусть он остывает. 2 перышка зеленого лука нам нужно мелко нарезать, его зеленую часть. 2 небольших маринованных огурчика тоже нам нужно нарезать как можно мельче. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. А пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Яйца сварились, я их почистила, разрезаем на половинки, вытаскиваем желток. Желтки мы складываем в отдельную мисочку, и нам нужно вилкой растереть желтки как можно мельче. К желткам я добавляю 2 столовые ложки майонеза, он у меня домашний. На моем канале есть видео, как приготовить домашний майонез. Я дам ссылку на него в описании под видео. Чайная ложка горчицы, у меня дижонская, зернышками. Все перемешиваем, добавляем жареный лук, маринованные огурчики, зеленый лук и все перемешиваем. Оставшиеся белки мы нарезаем на небольшие кусочки. Они должны чувствоваться в общей массе. Все перемешиваем. Нужно обязательно попробовать на соль, достаточно ли соли. Если нет, досолить. И можно еще поперчить по вкусу тоже. Салат лучше поставить на час или два в холодильник, чтобы он настоялся и все вкусы объединились. У меня салат стоял час в холодильнике, сейчас мы будем его пробовать. Друзья мои, этот салат прекрасно подходит и на завтрак, и для перекуса, и в качестве закуски на праздничный стол он тоже вполне уместен. Приготовьте. Это так просто, так быстро и так вкусно.